Всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, на связи сервер Гартерейн, и мы продолжаем играть в Архейдж. Сегодня будет такое небольшое разговорное видео о реакции летсплейщиков, да, ютуберов и просто игроков Архейдж об майлах, о нашем локализаторе любимой игры, скажем так, о том, что они не могут как-то более-менее достойно обставить игру, да, то есть сделать что-то новое, что-то интересное, то есть добавляют либо одни и те же ивенты, либо меняют что-то совсем незначительное, то есть фактически не исполняют свои обязанности в полной мере, я думаю так. А также о том, что многие игроки говорят о том, что нету рекламы игры, что ее никто не рекламирует, да, ну тут же сразу скажут летсплейщики все, что своими видео они рекламируют эту игру, они показывают и все аспекты ее освещают со всех сторон, везде и всюду. Да, соглашусь, все ютуберы все освещают, кто пишет об Архейдж. Но тем не менее, какой-то такой вот целостной, краткой такой вот информации по Архейджу, да, чтобы замотивировать привлечение других игроков, просто людей, да, посмотреть то же самое видео. Такого вот я еще на Ютубе, честно говоря, не встретил. Ну вот смотрел конкретно, специально искал. И какой-то более-менее такой похожей рекламы, наверное, я не заметил на Ютубе. В связи с чем тут же можно сразу же обозначить, что игру рекламировать... Ну, понятно, что сами разработчики и наши локализаторы не хотят. Хотя, возможно, на Корее-то, наверное, там у них реклама идет в полном объеме, я не сомневаюсь. Вот. А у нас просто не хотят, и может быть настало время сделать летсплейщикам, ютуберам свою рекламу любимой игры, взять в свои руки что-то. Я думаю, что это была бы неплохая идея. У меня есть мысли по этому поводу, и много что отснято в виде каких-то, может быть, заготовок по тексту. То есть, если кто-то заинтересован, я имею в виду просто из игроков или из ютуберов, летсплейщиков, то, конечно, я обязательно пообщаюсь и думаю, что можно совместно создать что-то интересное и более новое, мотивированная, так сказать, на привлечение к этой игре большего народу на наш сервер, на Гартары. Ну, в принципе, вот об этом сегодня я только хотел поговорить, скажем так, обозначить немножко. На этом все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, люди услышат меня и кто-нибудь откликнется, кому не все равно. Спасибо большое за внимание и всем пока.